убийца, love же creeper, ай звонят полицию. Не осталось следа, все улики смыты. Полиция, человек рифмовует на смыты. Смыты. Love же creeper, ай звонят полицию. Не осталось следа, все улики смыты. Смыты. Отдала башку, потом дала мне цифры. Детки искал любовь, но оказался всегда умел. Достать до сердца, братик, манить и прокрутить, пока, пока свет не погаснет. Всегда умел. Достать до сердца, братик, манить и прокрутить, пока, пока свет не погаснет. Всегда умел. Достать до сердца, братик, манить и прокрутить. Всегда умел достать до сердца, братик, братик, достань до сердца. Пока свет не погаснет, всегда умел. Достать до сердца, братик, манить и прокрутить, пока, пока свет не погаснет. Так много букингов приемный, ведь туда везут твой гейм. Знаю, как делать братишку, что братик забыл, как есть. Гелендваген, в коляску называет это даунрейдж. Ну-ка жрет две батарейки, все стволы на Дюрасел. Все стволы на Дюра. Я вообще не понимаю, что значит. Что это значит? Что это значит? Лил Кристал, родной. Что это значит? Что твой текст означает? Что это, блядь? Заказ в пути, курьер так быстро едет. Вот, все сразу понятно. Заказ в пути, курьер так быстро едет. Это обла-мутант. Да, он нарушает, он так хочет деньги. Да, он нарушает, он так хочет деньги. Курьер едет, везет последний топовый донат. Денег. Марни, тапки, Алекс Блэкмен с обла Йети. Обла Йети. Обла Йети. Я посал на угол, это обла метит. Понимаете? Обла Йети. Я посал на угол, это обла метит. Обла метит. Обла петит. Педик. За мной ходят дети, хотят... Обла педик. Третий орнитолог. Бля, я шарю в птичках. Давай скажешь лично. Я не сел на кичу. Орнитолог, да шарит в птичках. Голубь несет маляву. Это облак кича. Курьер так быстро едет. Мой бро толкнул процентик. Белый курьер так быстро едет. Бро толкнул процентик. Это 50 Cent, но я здесь не про этик. Нахуй эту личку. Давай скажешь лично, нахуй эту личку. Давай, так, бля. Не даю им лишнего, не палю фишек. Привет, Андрей. Только зашел на стрим. Курьер едет, толкает процентик. Изо всех толкает. Из-за будто всех... бы Такаев. Я даю им пищу, не готовлю, пишу. Прямая линия. Я готовлю. Фишек. Я даю им пищу, не готовлю, пишу. Я даю им пищу, не готовлю, пишу. Это есть слово такое пиша, знаете, как бы, когда, как бы, что делая, вот кто пишет, он как бы типа там, я ответил пиша, как бы, пишу. Со мной джигли, я это уважаю Мишу. А? Со мной джигли бой из е... Со мной джигли бой, я уважаю Мишу. Прямая линия на поле либера, вы ща подвинетесь, сука, вот именно. Не помню имени, она красивая, у нас не химия. Кишки в кармане. У нас не химия. Все вокруг зигами. Химия. Кишки в кармане и птички из твиттера, в Лондоне пацанов. Кто круче, Костюченко или Обла? Слушай, ну это разные художественные реальности, скажем так, да? Костюченко, понятно, что женщина смелая и так далее. Никита, ты меня не пали давай. Никита, под срок не подводи меня. Скажут еще. Или Обла. Ну Обла жесткий. Обла жесткий. Обла жесткий. Они из разных, как будто вселенная Marvel, короче, и вселенная вот эта вот DC. Как бы, да, понятно, что Косюченко, она из Marvel. А, типа Обла, он из вселенной DC, скажем так.
Поэтому они, ну, они сойдутся в каком-то последнем бою, когда Владимира Путина победят, тогда точно Обла и Елена Костюченко сойдутся вот как бы, ну, на каком-то финальном раунде, как в финале, какой, в финале файтинга Tekken, как бы, а? Вяж как свитер, у меня дерьмо и его не подкинули. Сделаешь все, чтобы тупо продвинуться. Не пацанов вяж как свитер, у меня дерьмо, не химия. Птички в кармане и птички из твиттера. В Лондоне пацанов вяж как свитер, у меня... В Лондоне пацан, но вяжет как свитеры. Можешь что-нибудь там про хурму, типа там, что она вяжет. Вяжет как свитеры. У меня дерьмо и его не подкинули. У меня дерьмо и его не подкинули. Топ-донат идет мучительно. У меня... Сделаем все, чтобы тупо продвинуться. Я как скеппер. На мне кроссы 9-5 для бега. Блин, посмотрите, какие штаны у него клевые. Прям... Посмотрите на штаны Лил Кристалла. На джинсы такие дырявые. Это какая фирма, вы знаете? Ну, как бы, это же какая-то модная фирма, типа... Ну, это не Баленсиага, это, наверное... Мне кажется, Марджилла что-то такое делает, а? Ну-ка, модники, ну-ка подсказываем, что за эти джинсы на этом, дырявые такие, на Лил Кристалле. Что за дырявые джинсы? Ну они что носят? Они либо Chrome Hearts сейчас носят, либо Amiri. Amiri прошлый сезон был, хайповал. Сейчас Chrome Hearts вроде должен хайповать. Chrome Hearts. Wildberries. Нет, это не Wildberries. Это, как бы... А, не, мне просто интересно, но я примерно понимаю, разбираюсь там какие-то. Я понимаю примерно, но как бы не это. Не прям, чтобы пиздец. Вроде я видел где-то такие джинсы. Да никакие Pull and Bear. А мода. Нет, я не знаю, что это. Я не знаю. Но это модные джинсы, посмотрите. А он скажет, а его спросят, это что за фирма? Это что за фирма? Он скажет, а это винтаж. Это винтаж. Подруги, друзья, последний пятерик остался. Твою... 9-5 для бега, когда ты... На мне кроссы 9-5 для бега. На мне кроссы 9-5 для бега. Что это? Air Max 95. Air Max 95, на нем кроссы. Я буду считывать их вот эти фразы какие-то, как будто они мафиози какие-то. Они мафиози какими-то фразами общаются. Когда ты свежо одет, тебе нужно иметь протекшн. Выбор Рамбо или блики, мне походу ближе первый. Визор на мне от Монклер покажет путь твоих отелей. Всегда умел достать до сердца, братик. Короче, всегда умел достать до сердца, братик. Всегда умел достать до сердца, братик. Я на трубе. Пацан зовет на свадьбу. Вот так вот. Всегда умел достать до сердца, братик. Я на трубе. Пацан зовет на свадьбу. Мне кажется, вот такая нормальная темка была. Я вообще могу, видите, я как бы, мне просто задай флоу. И задай флоу, и я вот как бы генерировать буду вот как бы в этом стиле. Пока свет не погас. Вонзить и прокрутить. Ну, как бы у меня только гомосексуальные, если темки это возникают. Вонзить и прокрутить, как бы, да? Вонзить и прокрутить. Прокрутить, вонзить. Как вонзили, так и прокрутили. Всегда умел достать до сердца, братик. Вонзить и прокрутить, пока свет не погаснет. Вонзить и прокрутить, пока свет не погаснет.